100 космонавтов из 17 стран готовятся к мягкой посадке в Беларуси. В воскресенье Минск примет Международный космический конгресс. Форум соберет астронавтов из России, США, Европы и Китая. Приедут и три легендарных уроженца Беларуси. Дважды герои СССР Петр Климук и Владимир Коваленок, а также герой России Олег Новицкий. Участники обсудят развитие исследований в мире и узнают о космических программах союзного государства. Конференция сама по себе, конечно, очень необходима, поскольку позволяет, наверное, прежде всего встретиться коллегам разных возрастов, разных экспедиций, пообщаться. Это очень дорого стоит. Второй момент, то, что будет идти обмен информацией как технического характера, так и всякого другого. Будут представлены презентации, какие-то, может, передовые идеи, какие-то новшества. Вот. И это все будет обсуждаться таким широким кругом космонавтов, как профессионалов. Ну а в плане вот такой взаимной международной кооперации это очень здорово. Поскольку когда две страны получают какую-то информацию и потом ее обрабатывают, и потом могут сравнить, проверить как-то, такая высокая точно достоверность получается. Да и само взаимодействие, оно необходимо, я считаю, между двумя государствами. Также участникам конгресса представят белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, запланированные встречи с учащимися школ и вузов.